А в Твери продолжаются работы по продлению улицы Левитана. Согласно плану, при этом подразумевается и строительство на Вологодской улице. В настоящее время уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, открыт проезд для транспорта. Параллельно идет модернизация инженерных коммуникаций, устройство наружного освещения, установка бортового камня, формирование парковок, тротуаров и велодорожек. Кроме того, здесь установят все необходимые светофоры, дорожные знаки, обозначат пешеходные переходы, нанесут дорожную разметку. Напомним, что теперь на пересечении улиц Левитана и Можайского изменены конфигурация перекрестка и приоритет движения. В настоящее время по улице Левитана открыто рабочее движение по нижнему слою асфальтобетонного покрытия. Изменена конфигурация перекрестка на пересечении с улицы Можайского и изменен приоритет движения транспортных средств. Теперь водитель транспортного средства при движении по улице Можайского должен уступить водителю, который движется по улице Левитана.